Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Леонис, и мы, собственно, продолжаем играть в Crysis 2. Слушай, мы тут уже довольно много, довольно прилично прошли, ну как прилично, похоже, лично контролирует эту операцию. Он будет там, пророк. Сколько мы сегодня пройдем, я не знаю. Сколько мы, вернее, сейчас пройдем. Что там у нас все уже там? Мини-модификация. Оптимизация защиты, тут не надо. Давай. Что-то он опять пнулся. Нифига. Рисковать не буду. Пророк умрет. Пусть Харгрив делает с его трупом все, что угодно. Харгрив хочет... Харгриву нужен костюм, он его получит. Ему это не понравится. А мы оба, насколько я знаю, на него работаем. Вот тут вы ошибаетесь, мисс Стрикман. Это вы работаете на него. Я же отвечаю только перед советом директоров СЭЛ и службой безопасности. И мне плевать. Понравятся мои действия какому-то старому безумарку, типа Харгрива, или нет? Корпорации Крайнет. Осторожнее с выбором врагов, Локхард. Разговор окончен! Тебе не нравится? В секторе множество бойцов СЭЛ. Если они найдут лабораторию, нам обоим крыша. Ускорься, враг! Пока все не прибыли, потому что их много слишком.
Просто иди по шоссе Рузвельта, пока не упрешься в причал Харбор Лайтс. Контроль, это трап 15. Приближаемся к квадрату Дельта 10. Энергия заполняется. Драп 7, это Азура 1. Цель движется на северо-восток по шоссе. Пешком. Квадрат 279. Можете перехватить? Последовать на север по шоссе. Контроль, это драфт 15. Приближаемся к квадрату Дельта 10. Да блин, сраное оружие! Да сраное оружие! Дайте мне что-нибудь другое уже! Контроль, это драп 15. Приближаемся к квадрату Дельта 10. Вот. Что-то оружие получше будет немножко. Присел парень. Трап 7, это Азура 1. Цель движется на северо-восток по шоссе. Пешком. Квадрат Дельта 79. Можете перехватить? Это Трап 7. Это Тара Сигма. Контроль. Наша цель – схватить и допросить объект. Приказ уничтожения отменяется. Подтвердите, как поняли. Пошло оно все! Этот ублюдок вынес половину группы дома. Он должен помнить и сейчас. Так, где там? О, сука, друзья. О, сука, друзей. Как ты выжил-то, падла?
остается только вот это оружие бросить. К сожалению. А ты чёрт! Что это? Ложись! Дерьмо! Уходим с улицы! Быстрей! Еще изменения происходят. Это Драп-2. Вижу цель. Движется по разрушенной автостраде. Подтверждаю. Пророк все еще на шоссе, движется на север. Но он только бегит, или что не продохнуть. Подходи осторожно. Пророк, где тебя нужно? Прямо по курсу блокпост цел. Тебе нужно прорваться через него. Добыть транспорт на КПП цел. Там, мне кажется, сейчас будет дофига их. Запрос подкрепления! На тебе. Через него. Транспорт на КПП цел. Возможности.
Да как? Блин. Дерьмо. Это драп 2. Тут там все взрывает, не пойму. Подтверждаю. Пророк все еще на шоссе движется на север. Тут столько дыма. Пророк, где тебя носит? Прямо по курсу блокпост зал. Тебе нужно прорваться через него. Там меня кто стреляет так? Это драп 2. Вижу цель, движется по разрушенной автостраде. Подтверждаю, пророк все еще на шоссе движется на север. Чё? Тут столько дыма и пыли, что не подходит. Подходи осторожно. Пророк, где тебя носит? Прямо по кругу блокпост зал. Тебе нужно прорваться через него. Понять не могу, кто там по мне так стреляет.
Беги! Кто это так стреляет? Куда идти-то там, я не пойму. Подтверждаю, пророк все еще на шоссе, движется на север. Тут столько дыма и пыли, что не продохнуть. Подходи осторожно. Это что такое? Он в канализации. Повторяю, он в канализации. Выбьем его. А это откуда? Пошли!
Раздобудь какой-нибудь транспорт и рули уже сюда. Не знаю, как долго смогу тут продержаться. Контрольный, Драп 18. Нужна подмога в точке Эхо-9. Понял, Драп 18. Подмога в пути. Беги, блин! Защиту! Ну, он стреляет, парень. Там и вот, живой никуда. Тебя еще не хватало. И все, а я тут мучился, блин. Тоже нет.
Да блин, езжай! Как я ненавижу игрок танками управлять, вот эти все самолеты, танки. Так... Всем бойцам! Пророк движется в северном направлении от блокпоста Эхо-9. Заблокируйте дорогу, быстро через каждые полмили. Да... Азура-1 в атаку. Ты просил так делать. Туннель переградили блокпостами, придется идти на прорыв. Да ты что делаешь-то, блин? Какого хрена ты перевернулся? Скажи мне. Придурок. Как я ненавижу вот эти танки, фиганки, блин, фаганки, блин. Да кто тут столбы всякие понаставил, я не знаю. Да, да.
Езжай, езжай! Гранаты чекинули, падла. Езжай! Ты придурок. Запрос подкрепления. А как я тут проеду? Никак. А можно еще он и вылезти. Идет. Повторяю, пророк идет пешком. Шоссе Рузвельта, восточный сектор. Уничтожь. Пророк, слушай, старик, я в полном дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Это недалеко отсюда, можно там встретиться. Только вот, я оставил адрес у себя в лаборатории. Прямо на рабочем компе. Если они подберут код доступа, нам каюк. Проберись туда первым и разнеси мой комп к чертям. Так, пожалуй, на этом вот так вот закончим, потому что эта миссия меня немножко выбесила там с этими танками и канализациями, так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорой встречи.